морковь, рис, лук, масло сливочное, соль. Очищаем морковь. Очень хороший инструмент для очистки овощей. Шинкуем лук. Не имеет значения как, все равно будет притираться. Кладем в кастрюлю масло для пассировки лука. В отдельной кастрюле ставим разогреваться 2 литра воды. Добавляем лук. Нарезаем морковь. Вот эту зеленую часть надо удалить. Так как морковь будет протираться, крупными квадратами можно. Продолжаем. Добавляем морковь. Добавляем еще моркови. В общей сложности у меня килограмм моркови очищен. 15 минут потушится. Все вместе с луком. Открываем крышку. Через 15 минут заливаем горячим бульоном половины. В половине отвариваем рис. Тщательно рис. В оставшейся воде варим рис. Добавляем немного соли. Закрываем крышку, доводим до кипения и варим до готовности. Рис закипел, с момента закипания варится где-то 12-13 минут. Рис сварился, морковь готова. Половину риса добавить в морковь и все вместе будем взбивать. Добавляем оставшийся рис. Мешаем. Вот такой получается. Если вам кажется, что суп пюре густое, добавьте еще немного воды. Пробуйте на соль, досаливайте, солите по своему усмотрению и вкусу. Красоты добавили мяты.